Лидия Карандина следит за порядком на участке номер 2916. Работать общественным наблюдателем для нее не в новинку. Это уже третьи выборы. В обязанностях ничего сложного нет. Главное – это доброжелательно относиться к избирателям и оперативно информировать о нарушениях, если они случаются. Но пока их на участке не было. Люди приходят, вот они заходят, они сразу не знают, какой участок, чего. Мы показываем, рассказываем, если к нам подходит, мы все объясняем. Участок мой, мои жители. В общем, в основном все знаем друг друга, и поэтому легко работать. Антон Жеребцов выборы не пропускает. Признается, члены его семьи даже соревнуются. Правила игры простые. Кто первый пришел на участок, тот и победил. В этом году его опередила мама. Если тебе интересна судьба нашей страны, если ты заинтересован в том, какая она будет, в том, чтобы она была сильной, крепкой, светлой, доброй, дружелюбный, обязательно нужно прийти и обязательно нужно проголосовать и сделать свой выбор. Обучение кандидатов-наблюдателей курировал региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. За соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области следят 6 тысяч человек. Наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.